Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что зашли к нам. А мы лежим с Валерой и болеем. Вот так вот всегда в жизни. Куда-то торопишься, спешишь, что-то надо доделать, что-то не успеваешь, бегом-бегом. А потом раз и слег. Вот, 22 числа заболели. Первое я заболела, что-то расстройство живота было. Нога заболела, как-то заломила. 23-го вроде все нормально было. Я даже еще по огороду походила, виноград обрезала. А вот 24-го началось. Вот, температура поднялась. Вот, 37,5. Ну, у меня своя маленькая температура. Для меня это много. И вот мы вдвоем болеем. Вот, вызвали врача на дом. Через сутки пришел врач у нас. Взяли нам на анализ ковид. Вот, в воскресенье другие приехали. Привезли лекарства. Артефлю, грипферон, парацетамол. Лечитесь. Ну, вот мы лечимся. Вот уже сегодня уже полегче. Тяжеловато, конечно. Оказывается, ну, диагноз ковид поставили. Вот. Столько вот уже эпидемия вся на спад идет, а мы только еще болеем. Только первый раз заболели. Даже дочка приезжала из Петербурга как-то полтора года назад. Болела ковидом, а мы даже ни в одном глазу не заболели с Валерой. А здесь, здрасте, эпидемия под конец, а мы свалились. Ну, не очень, конечно, самочувствие такое хорошее. Ну, я думаю, что все пройдет, все на место встанет. Сегодня позвонила к участковой, она сказала, ну, вот если хуже будет, тогда звоните, а так лечитесь. Ну, вот мы и лечимся. Вот стою на втором этаже на мансарде, смотрю на речку. И хорошо у нас, что солнца пока сильно нету. Вот. А то б я уже переживала за свои растения, что надо идти полоть траву. Уже соскучилась. Ну вот, так не хочется лежать. Здесь вот стою и смотрю, вот у меня на подоконнике тоже много всего. Сейчас вам покажу. Вон целая плеяда ждет, пока я их в теплицу перенесу. Это только на одном окошечке. Вон сколько их всего много. Вот. Молодцы наши родственники, друзья. Постоянно звонят, спрашивают о состоянии здоровья каждый день. Спасибо всем вам. Мы вас очень любим. Ну, на этом заканчиваю свой небольшой репортаж. До свидания. Я думаю, скоро будем увидимся опять. Буду вам снимать какие-нибудь интересные видики про свой сад. Как у нас все растет. Цветет и благоухает. До свидания. Всего хорошего вам. Не болейте.